Приветствую всех своих друзей, всех, кто ко мне зашел. Я сегодня хочу вам рассказать, с чего у меня все начиналось. И вот это такая моя небольшая пещера Аладдина, как в той сказке, да? Но вот когда я загорелась, я вообще никогда не думала, что я буду делать украшения. И вот когда я загорелась этим, я начала шить. Начала с брошей. Я шила их из чего только я могла. Самые дешевенькие бусы. Вот клеила, вот эти я в Кике покупала. И пробовала, как шить вот стеклярусы между ними, да. Вот эти, я их много нашила, но раздала снохи, это, внуки. Но у меня что-то осталось, это моя память, да, вот, видите, сзади это как называется, булавочка, или как не булавка, но застежка. И вот это, значит, она очень легкая. Теперь вот такой, не знаю, как, можно подвеску сделать. Там как бы такой внутри, как зеркало такое, это кристаллик, он блестит. Вот что было, я собрала и тренировалась, как вот все это пришить, чтобы она держалась. Вот это я шила, я думала подвеску из нее сделать. Но все над ней думаю теперь. Ну, в общем, лежит она в моем, как бы сказать, в моих закромах. И еще я ничего ей не придумала. Но я думаю, пусть она будет как память, да. Самые красивые, конечно, я раздарила. Ну, пыталась. Даже из пуговицы делала, видите? Такая маленькая. Вот это сзади я такими леской шила, а вот это что-то так сильно видно. А на самом деле она не так. Там какой-то как белыми ниточками. Ну, вот это был пробный вариант тоже из пуговицы. Теперь вот это такая падающая звезда у меня тут получилась. Ну, не судите строго, но я это сама как могла, так и шила. Так, вот тут у меня шкатулочка, и там тоже лежит одна моя первая работа. Эту шкатулку я тоже в подвале нашла у нас. Я на ней приклеила, видите, такие кристаллики, и немножко мне надо ее отремонтировать. Но еще у меня нет этих маленьких жемчужинок. Я обязательно их, ой, как их называют, не жемчужинки, а ракушки, да? И это я их обязательно куплю. Вот тут я приклеила и покрыла таким бесцветным лаком. Вот, теперь вот у меня такая на булавочке. Ну вот от скуки чего только не наделала. Вот такая брошь. Немножко отодвину. Вот это она мне, не знаю, она мне очень нравится. Она такая какая-то, как звездная ночь. Она большая, смотрите на всю мою ладонь. Не было у меня ничего. Я вот обшила ее такой, как бы сказать, таким жгутиком. Но мне так нравилось шить, и я шила, шила каждый день до вечера. А потом я заметила, что у меня стало зрение немножко подводить. Я перестала шить. Но мне очень нравится. Вот это я тоже все хочу куда-то приспособить, подвеску сделать тоже. Сейчас ее с другой стороны покажу. Вот тут как-то удобнее. Она какая-то, мне кажется, новогодняя. Ну, вот. Вот такая. И моя самая любимая, такая вот миниатюрная, маленькая.
Ее тоже можно как подвеску сделать или просто одевать как брошь. У меня нет никакой там, я шила как могла. А вот эту я сделала, думала девчонкам куда-нибудь на сумочку или на шапочку. Она такая, знаете, видите, как она, это, она бы как бы карнавальная маска какая-то. Ну, так она и лежит. Девчонки растут, уже им это не интересно. Вот такие дела. Хотела сегодня вам показать, значит, свою как коллекцию в этом в пещере у Аладдина, да? Ну, знаете, еще вот я уже показывала, наверное, их, но мне так нравятся эти бусы. Они мне так напоминают юность, когда женщины, как моя мама, они в деревне ходили в клуб, кто еще, ну, молодежь. У них были вечерние черные платья и вот такие белые бусы. Это искусственный жемчуг, я думаю. И вот я думаю, я хотела разобрать и что-то сделать, а жалко мне их, с них что-то делать. Так, теперь я еще над другим жемчугом думаю, как вы думаете, сохранить как винтаж или что-то с них все-таки сделать. Вот эти. У них такая красивая застежка. Ну, это винтаж, винтаж, наверное. Но они тяжелые. Они стеклянные, скорее всего. И два этих. Значит, два ряда, да? Вот смотрите. Но жалко мне их тоже что-то ломать. И у них такая интересная вот застежечка. Вот тут сбоку, видите, как пружинки. Вот. Сейчас таких, наверное, уже не делают, не знаю. Вот, но он желтый под цвет такой, как бы сказать, не, он не белый, да, а цвет под слоновой кости или как. Вот и лежит этот винтаж у меня. Но в последнее время я приобрела вот, вот этот жемчуг. Так хотелось бы знать, кто в этом разбирается, что это за жемчуг. Я все думаю, это современные, наверное, которые сами выращивают где-то в озерах. Он такой разный. Я уже спрашивала в каком-то ролике, но мне еще никто не ответил. И разбирать его мне тоже жалко. Смотрите, вот так. Я сложу сейчас два ряда. И посмотрите, они есть удлиненные. Вот. Смотрите, видите, такие. У них очень красивый цвет. Он даже немножко такой, как в перламутровый переливается. Вот чистейший белый цвет немножко перламутром отдает. Так, камера, наверное, это не покажет. Девочки, напишите, кто в этом понимает, что это за жемчуг и стоит ли его из него что-то делать или носить его все-таки так. Он легкий. Вот это сегодня была моя, значит, пещера Аладдина. Сидит моя белочка тут. Я вчера ходила и собирала вот эти, да. Я до того люблю их. Для декорации надо еще набрать. Их высушить. И к Новому году сделать какие-нибудь декорации. Вот и все, мои хорошие. Всего вам доброго. Пишите. Покажите свои пещеры, которые лежат у вас как память. У меня еще много чего. Я просто сегодня показала одну часть вам. Я желаю вам удачи, успехов, всего вам доброго. Пока-пока.